Даже запуск самолетиков может стать своеобразным гимнастическим упражнением. Задача, чтобы они как можно меньше лежали на земле и как можно больше их находилось в воздухе. На Театральной площади самые активные анапчане. Цель – популяризировать здоровый образ жизни среди нашего молодого поколения. И не только. У нас здесь сегодня присутствуют и волонтеры серебряного возраста, которые всегда активно принимают участие и подают пример нашей молодежи. Бодрый танец в исполнении серебряных волонтеров подхватила молодежь. Вера Нараб занимается хореографией 4 года. Говорит, что особой усталости после исполнения номера не чувствует. Давление забываешь, вообще его нет. Это когда не занимаешься, может быть, подскочить, а так занимаешься постоянно. Очень хорошо все. Чувствуешь себя нормально, здоровым человеком. Поначалу, конечно, было трудно в связи с тем, что у нас руководитель прекрасный. И поэтому все ходят, еще больше увеличивается коллектив. Как говорят сами волонтеры, помимо танцев, поддерживать себя в тонусе помогает специальный комплекс упражнений. Показали несколько, не самых сложных, чтобы можно было легко повторить. Нравится очень. У Марии, как говорит она сама, активная жизненная позиция. Девушка, будущий преподаватель начальных классов, занимается спортивными танцами. Достаточно правильно распределена нагрузка на все группы мышц. Вот. И тщательно прорабатывается каждое упражнение. Только подошла, уже сделала несколько упражнений, уже намного лучше себя чувствую. Происходящее можно назвать практической частью муниципального добровольческого форума «Территория добра», который проходит в Анапе в эти дни. Его участников хотят научить в том числе самостоятельно организовывать подобные мероприятия.